Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать компонент Draptables. Это таблицы для Joomla. Урок номер 2. Итак, давайте посмотрим, что здесь можно сделать еще. Например, у нас слева есть такая вот колоночка. Мы можем это как-то все удобно отсортировать, изменить под себя. Например, если я навожу мышь на вот этот заголовок, у нас здесь появляется иконка корзинки, это значит, мы можем удалить категорию, и иконка карандашка редактирования. Если мы кликнем, у нас подсвечивается синим название категории, и мы можем что-то написать свое и нажать Enter. Потом мы можем менять местами, вот так вот, зажав левой кнопкой мыши категорию, да, перемещать, если у нас тут будет что-то еще. Дальше наша таблица, смотрите, вот она у нас, My Table написано, да. Также можем удалить, дублировать. Кстати, иконка дублирования очень может вас спасти. Если у вас несколько таблиц, они похожи, нужно изменить только название, то мы ее продублируем. Давайте сначала изменим название. То есть, если мы два раза левой кнопкой мыши кликнем по названию, ничего не изменится. Но если мы кликнем по карандашу, мы можем написать что-то свое. Далее, смотрите, мы нажимаем на вот эту иконку среднюю, да? И происходит, видите, копия. Если я кликаю, у нас подгружается такая же таблица. То есть, если мы в ней внесем изменения, соответственно, в первой этих изменений не будет. То есть, это две разные таблицы. Дальше, давайте обратим внимание на правую колонку. Продолжим. Мы с вами пропустили верхнюю ячейку, формат. Например, если я кликаю два раза левой кнопкой мыши по какой-то ячейке, у нас идет редактирование. Да? Мы можем здесь что-то свое написать. Но если я выделю ячейку и вот здесь вот выберу в выпадающем списке HTML, то теперь два раза левой кнопкой мыши кликнув по этой ячейке, у нас возникает полноценный редактор, что мы можем даже вставить изображение непосредственно в ячейку. Соответственно, другие ячейки, они у нас не имеют HTML, да, потому что у нас это не задано. Нам просто достаточно нажать, например, на колонку D, чтобы выделить всю колонку, выбираем все колонки HTML, и теперь каждая ячейка имеет вот такой вот редактор. То есть здесь также удобно будет редактировать то, что у вас написано, или добавлять какой-то серьезный HTML-код. Давайте попробуем вставить изображение прямо в ячейку. Кликаю два раза левой кнопкой мыши, например, удаляю, что здесь написано, выбираю кнопку «Изображение». Выбираю маленькую иконочку, например. А у нас она разместилась. Мы просто в пустом месте, где-то на другую ячейку, просто мышкой кликаем, чтобы свернуть редактор. И вот вы видите, иконка встала в ячейку, как бы, без каких-либо проблем. Давайте двигаемся дальше. Давайте я выберу колонку D и прокрутим вниз. А смотрите, шрифт в списке можем поменять. Вы видите, поменялось только у колонки D. Давайте C выделим. Видите, Arial стоит у нас. Меняем. Здесь все тоже меняется. То есть это меняется шрифт. Соответственно, точно так же. Или одну ячейку сортируем, или всю колонку. И также выравниваем. Вот видите, я кликнул по иконочке. У нас весь контент выровнялся именно по левому краю. Кликаем по правому, будет по правому. По центру, по центру. Надо жирность. Кликаем. Все жирное. Убираем жирность. Подчеркивание. Убираем подчеркивание. Выделяем одну ячейку. Подчеркивание. Лево. Вы видите, да? Весь контент только в ячейке меняется. То есть все довольно просто. Также одну ячейку выделяем. Размер. Прибавляем. Меняем цвет. То есть именно контенту видно, да, 2010 синего цвета. Как нам добавить в существующую таблицу колонку справа или снизу строку? У нас здесь есть вот такие вот кнопки, да, плюс, плюс. Если я кликаю по нижнему плюсу, вы видите, у нас добавился ряд, весь вот он пустой, да. То есть все просто добавляется у нас. Если нам нужно удалить ряд, кликаем 10, правой кнопкой мыши я кликаю по ячейке, Remove, Row выбираю, и у нас снова 9.
Дальше кликаю вот по этому плюсу, у нас прибавляется колонка, да, F теперь. Также, если вдруг надо удалить, remove column. Все, удалилось. Еще раз кликаю по плюсу, например, у нас тут, видите, что-то с размерами. То есть, если я что-то напишу, она отличается от наших других, да, размеров. Что мы делаем? Мы кликаем по предыдущей ячеечке, да, и смотрим вниз. Высота строки 30, ширина 150. Кликаем по вновь созданной ячейке 30, но ширина 50. Мы добавляем единицу. И теперь такая же здесь колоночка такого же размера. То есть все быстро правится. Теперь возвращаемся на вкладку таблица. Давайте немножко здесь поговорим. Прокручиваем чуть ниже. Использовать таблицу с сортировкой да, нет. Но чтобы лучше понимать, давайте посмотрим на сайте. У данной таблицы у нас сортировка включена. Если мы кликаем по заголовку, смотрите, появляется стрелочка. Если кликаем еще раз, стрелочка меняется и показывает уголочком вверх. То есть это меняется сортировка колонки. Смотрите, была 2009, 2012 теперь. 2009, 2012. Смотрим, если здесь сортировка нет. Нажимаем «Сохранить изменения». Обновляем страницу на сайте. Теперь у нас не появляется пальчик. И я кликаю, ничего не происходит. Вы видите по заголовку, да? Дальше смотрим выравнивание. И вот отзывчивый тип. Смотрите, это интересный момент. Прокрутка или скрытие блоков. Я рекомендую выставлять прокрутка. Здесь можно выбрать, значит, зафиксировать первые строки. Зафиксировать первые столбцы. Если выбираем один, то мы сразу даже здесь видим, появляется такая жирная линия, показывающая, что эта колонка, там где у нас 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, закреплена. И появится внизу ползунок, и будет прокручиваться весь контент, все колонки за него, а это будет неподвижно. И вы решаете, сколько колонок закрепить. Давайте сделаем 2. То есть теперь линия перемещается жирная, видите, где она находится. Давайте сохранимся и посмотрим на сайте. Сейчас, когда у нас браузер открыт в полном размере, у нас как бы таблица во всем своем репертуаре. Если мы, например, за край браузера начнем тянуть, внизу, вот вы видите, появляется ползунок. У нас таблица не уходит за каркас нашего шаблона, и мы можем прокручивать. Две колонки у нас закреплены. Также можно попробовать здесь также поставить, например, 2. Сохраняем. Обновляемся. Вот. Так, наверное, будет даже лучше. У нас небольшой был фриз внизу. Вы, возможно, заметили, когда я прокручивал, вот здесь немножко некрасиво было. А когда мы закрепили с вами и первые строки, и первые столбцы, то у нас выглядит уже все нормально. Теперь, если мы посмотрим вот в таком виде, да, то есть уже как бы на мобильном устройстве, например, ну, здесь, в принципе, все то же самое. Ну, тут уже совсем узко я сделал, 360. Здесь, конечно, просматривать уже неудобно, потому что у нас две колонки закреплены и ничего не видно. Лучше закреплять, наверное, одну. Еще у нас здесь есть такая вкладка «Еще». Кликаем по ней. Импортировать таблицу из Excel и экспортировать в Excel. При экспорте можно выбрать данные и стили, только данные. Я, честно говоря, не пробовал экспортировать. Но такая возможность здесь есть. Дальше у нас здесь есть такая вещь, как создание графика. Честно говоря, не совсем тоже понимаю, как это использовать, но как его создать. То есть на существующих данных таблицы нам нужно получить график. Вот здесь есть такая кнопка «Добавить новый график». Если мы просто кликнем там по ячейке, кликнем «Добавить новый график», у нас все время будет выскакивать вот такая ситуация, да? Предупреждение, что мы сделали не так. Нам нужно от края крайней ячейки, да, потянуть мышкой так, чтобы выделилась
вся таблица. И все ячейки должны быть заполнены. Нажимаем «Добавить график». И теперь у нас, вы видите, что происходит. Вот такой вот получается график, где мы также можем редактировать его название. Здесь мы можем кликать, вот видите, справа по разновидности графика. То есть, какой лучше подходит в виде паутины, в виде пирога. Здесь можно выбрать ширину диаграммы, высоту диаграммы, всевозможные выравнивания, цвет. Ну, я, наверное, оставлю такую вот или в виде паутины. Если берем паутину, прокручиваем в самый низ. Здесь видите цвет. Если не нравится цвет, можно сделать вот такой ее более яркой. Давайте посмотрим еще раз анимацию. Вот так вот. И у нас здесь автоматически все сохраняется. Что дальше делать с этим графиком, да? То есть мы переходим с вами в материалы. Там, где у нас был уже график, мы просто можем кликнуть мышкой рядом с ним, нажать Enter, чтобы курсор мигал ниже. Здесь мы выбираем наши таблицы. И вот здесь, вот видите, появляется новый график. Кликаем по нему, и вот здесь вот кнопка «Вставить этот график». И он вставляется вот таким образом ниже. Сохраняемся. Идем на сайт, обновляем страницу. И у нас вот он анимационно, давайте посмотрим, вот так вот стал ниже, да? Здесь показаны вот все эти годы, которые здесь вот отмечены. Да, но есть вопрос еще, как работать с этим графиком. Остается вопрос. Потому что лично я как бы не вижу в нем никакой нужды. Поэтому только могу показать, как его вставить. По идее, он должен брать все данные с вашего графика, который вы создали. Вашу таблицу, то есть. Все данные с вашей таблицы. И, соответственно, вы видите, вот график, да, мы можем поменять его название. Например, график 1. И, соответственно, здесь меняется название, и можем на существующей таблице еще добавить график, если это нужно. Наверное, вот и все. Основные возможности таблицы я вам рассказал. Как создавать, вы теперь это умеете. Как пользоваться, редактировать, как брать существующие графики, да? Точнее, не графики, а таблицы. Если для вас урок был полезен, ставьте, пожалуйста, палец вверх, поддержите меня. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые крутые ролики, обучающие материалы. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании этого видео. И на этом здесь все, и до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.